меня успокаивает одно твое присутствие. Неси свет. Сколько бы ты ни видел вокруг больных, самовлюбленных, раненых, эгоистичных, сучных и завистливых, даже когда они пытаются ударить тебя, даже когда у тебя нет сил, неси свет. Потому что кто, если не ты? Не бросай в их слюнявые пасти этот прекрасный мир, они проглотят его в секунду и обратят его в ад на земле. Чем больше в тебе света, тем они против тебя слабее. Неси свет, и ты увидишь, как мироздание начнет помогать тебе. У тебя отпадет потребность в защите и агрессии. Ты увидишь, как мироздание жестоко расправляется с ними за тебя. Ты увидишь, как те, кто пока несет мало света, тянутся к тебе, и вы становитесь чем-то одним. Когда света в тебе станет сверхмного, ты научишься спускаться туда, куда свет совсем не проникает. И станешь выводить за руку тех, кто хотел унести свет, но ошибся и упал во тьму. Ты научишься видеть их сердцем, и тебя нельзя будет обмануть в этом узнавании. Ты начнешь так ясно видеть тех, кто свет, и тех, кто делает вид, что он свет. Ты начнешь замечать, как они дурят друг другу криками «Я свет, я тоже». Ты увидишь, как они предают и подставляют друг друга. Ты поймешь, что свет не бывает искусственным. Ты увидишь, как они тонут и захлебываются в этой фальшивой каше. Просто неси свет. Пусть свет станет твоим смыслом, пусть свет станет твоей пищей. Будь щедрым на искренние слова, подбадривай тех, кто отчаялся, помогай другим любить себя, защищай другого, как себя. Помогай им поверить в себя, тебя никогда не станет меньше от того, что ты скажешь другому что-то хорошее. Ты даже не представляешь, как сильно одно твое слово, одно твое действие может менять пространство вокруг тебя, привнося в него то или иное. Раздай себя этому миру, подари себя этому миру, и однажды ты вдруг поймешь, что ты больше не несешь свет. Ты теперь сам стал светом. Вот это такая вот программа, которую мы собрали за фактически один день. И я вам безумно благодарна, что вы пришли и все это слушали. И я предлагаю нам всем пойти и продолжить на траве. Браво! У нас есть прекрасный человек Валера Абель, который нас пустил сюда и который просто как суицидник отдал нам эту площадку. Но я бы хотела его поблагодарить, но он тоже из тех, кто супер сильно опаздывает, короче. У нас уже все закончилось, а они вот там параллельно мне кто-то писал, что я еще еду. Вот. Это, значит, прекрасная собака рыжий сегодня спасал мою жизнь вчера и сегодня. Потому что я вам скажу, что 10 дней назад мне капитально разбили сердце. И я подумала, что у меня есть перспектива либо в свой день рождения сидеть дома и плакать, либо сделать концерт, собрать группу и сделать концерт. И вот я собрала... Ну ты как группа. Ты клавишник, барабанщик, и да, и еще диджей там, и все, короче. Поэтому пойдемте на свежий воздух и там что-нибудь выпьем. Спасибо. Пошли!